Всем привет, друзья! С вами Елена Гольникова и практика ведения дачного хозяйства. Сегодня наша тема – пикировка рассады перцев с частичным удалением корней. Для чего это нужно? Посмотрите, эти перцы взошли очень часто. Несмотря на их любовь к тесноте, им не хватает уже питательных веществ. Им уже пошли гулять, обниматься, целоваться и соперничать, да, конкурировать между собой. Мы их отсаживаем с целью предоставления каждому персонального места для проживания и питания. Вот такие длинные корни я убираю, оставляю вот эти мочковатые. Так. Которые уж совсем неразлучные, можно сажать вместе. Вот здесь я еще разделю. И придется обрезать оба. Так. И вот так. Поливаем. Немножко почву уплотняем. Ставим теплое, хорошо освещаемое место. И перчики продолжают у нас замечательно расти. Вот такой корень не обязательно укорачивается. К примеру. Почему я не жду появления первой пары листьев настоящих? Потому что, во-первых, они очень тесно сидят, им неудобно. Во-вторых, я уверена в своем грунте, в котором большое количество биогумуса. Сейчас я его покажу. Вот, перчики уже распикированы сидят. Смотрите, какие они красивые. И вполне себе хорошо и комфортно. Если вам интересна дачная тематика, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Всего доброго!